Здравствуйте, уважаемые жители городского округа Красногорск. Примите самые искренние поздравления с Днем пожилого человека. Это действительно та категория граждан, которая сегодня нуждается в нашей поддержке, заботе и внимании. Разрешите пожелать вам от Главного управления Пенсионного фонда номер 9 крепкого здоровья, благополучия, долголетия и всего самого-самого доброго в этой нашей жизни, насыщенной жизни, потому что сегодня жители участвуют во всех программах, которые связаны с активным долголетием. Спасибо всем за то, что поддерживаем эту категорию граждан. С Днем пожилого человека!